21 января весь мир празднует лучший праздник в году. Ну, кроме Нового года и моего дня рождения. Международный день объятий. И мы пошли на улицы города, чтобы отпраздновать его вместе с горожанами. Пойдемте со мной. Ты знаешь, что сегодня самый классный праздник в году? День внимания. Объятий. Объятий. Да обнимемся, отпразднуем. Давай. С праздником. Спасибо. Красавчик. Спасибо, с праздником. Я вам хотел сказать, что сегодня Международный день объятий. Сегодня весь мир обнимается. Давайте обнимемся. Как приятно. Хорошего вам дня. С праздником. У людей сегодня большой праздник. Мало ли, кто-то будет отмечать его дома, кто-то будет отмечать его на улице. Ну, а мы отмечаем со всем городом. Это классно. Сегодня Международный день объятий. Будем праздновать? Да. Давайте обниматься тогда. Все. Ну, вы поняли. Спасибо, девчонки, хорошего вам дня. Вы знаете, что сегодня Международный день объятий. Объятий, да. Слышали про такой праздник? Нет, не слышал. Это молодежь все это. Я вам что предлагаю? Давайте его прямо сейчас с вами отметим, как положено. Обнимемся? Давайте. Кстати говоря, врачи рекомендуют 5 раз в день минимум обниматься с кем-нибудь. Ну, в принципе, мы обнимаемся. Вот мы ходим в храм, все уже друг друга знаем, и мы обнимаемся и целуемся. Так. Отлично! Да. Отлично! Да. Поздравляем вас! Спасибо. Хорошего вам дня! Сегодня большой праздник, международный. Международный день чего? Объятий! Да что вы, давайте обнимемся! Надо сразу отмечать начинать. Конечно. Хорошего дня. И вам тоже спасибо. Спасибо. До свидания. Знаете, какой сегодня праздник? Какой? Международный. День объятий сегодня. Будем праздновать? Да. Ура! Международный день объятий – это тот самый праздник, который не потребует от вас ни финансовых вложений, ни какой-то определенной компании. Просто выходите на улицу и обнимайтесь. Всех вас с праздником!